Всем привет, привет, привет. Печора, привет, всем привет. Короче, погнали. Играем дальше. Простите. Простите, подвиньтесь. Эскизюмо. Они по-французски разговаривают. Это что получается? Смотри, тут какие-то эти пластинки разно продают. Прикольно. Это французская колония получается. Вот, судя по всему. А, людей побольше, по-моему, стало, да? Прости, друг. Сюда. Опа, пистолет появился. Вау. Блядь, начинается. Думали, что, блядь. Мне нужен окашка. Я люблю окашку. Вау! Броневик, нахуй. Я тоже так думаю, что нас нашли. Ёбаный в рот, блядь. Попадите. Один готов, а я еще никого не убил. Молодец, Ней. А то. Я же Ней. Я тебе, блядь, дам. О, караул, спасите, помогите кто-нибудь мне, бля, убили. Ну я почти нормально стал, просто под перекрестный огонь, друзья, попал. Вот, нормально, нормально. Да. Это нормально уже. Мне колбаса мешала кинуть гранату. Вы видели это? Блядь, а что это такое, блядь? Так, уже неплохо. Какую тачку? Заебал. Да, блядь, ты ебаный. Сука. Он не давал мне просто встать в колонну. Пиздец какой-то, блядь. Ой-ой-ой. Вперед,
Какую тачку? Давай, Нейтан, бля. Ох. Так. Как? О, бля, сейчас еще сдохну, нахуй. Давай отстоим. Садись, дай папе. Метко стреляй. Конечно, метко. По лестнице. Ей, ух ты, мамочки мои. Ну, тебе весело? Просто праздник. Я тебе, бля. Не уйдешь. Нет. Убери руки, бежал. Спокойно. Убери свои нога. Я тебе сейчас дам. Погнали дальше. Давай. Вон наша тачка, друзья. Ой, хо-хо, блядь. Есть, погнали. Давай, как погоня. Просто спускайся с холма. Блестяще. Ага, сюда нельзя. Опять они. Я вижу. Короче, друзья, у нас погоня. Мы утекаем. Ох, какие-то жигули стоят. Здорово. Вот, мы сейчас убегаем. О, бонжур. Вау. Утекаем. Не задави только никого. Извините. Я постараюсь. О, блядь. Я не знаю, правильно ли я еду куда. Куда мне тут ехать? Ой. Бля. Да ну нафиг. Наверное, сюда, да. Я не понимаю вообще. Ой. Дороги все. Это было спасибо. Видишь, получилось. Ага. Черт. Вот, привязались. Вот он все, он издыр. Ладно, сюда. Эй, стой. Давай, сваливаем. Куда сваливаем? Куда здесь утекать-то? Я просто режу всех! Что ты теперь делаешь? Эй, давай по лестнице! Какой лестнице? Покажи мне. По этой лестнице? Ох. Если не успеем, всему плохо придется! Ага, по лестнице, блядь. Все, приехали по лестницам. Что, все заново еще? Нет. Черт. Вот, привязались-то. Ладно, сюда. Стой. Олег, покажи, лагерь, лагерь. Давай, сваливаем. Я не проеду. Какой, по этой лестнице? О, походу сюда, смотрите. Слушай, можно. Рейв всерьез решил нас убрать. Да, ты думаешь? Походу нам сюда. А,
Башня Сэма у подножия холма. Да, мы оторвались. Мы оторвались. Видеть? Да. В этот город нам больше возвращаться нельзя. Да. Это уж тут. Серьезно? Это же внедорожник. Давай в объезд. Держись! Давай. Башня Сэма у подножия холма. Тихо ты, нахуй. Сигнали, что мне. Вот. Пусть попробуют тут проехать. Ого. Что такое? Направо, направо. Стой! Не бойся, все круто. Все нормально. Круто! Все не круто! Янка так не умеет, блядь. На своей ниве, блядь. Так только я умею. Уже близко. Высматривай Сэма. Эй, похоже, это он. Вон там. А, блин, за Сэмом погоня, ёлки-палки. Как до него добраться? Я не знаю. Просто держись за колонной. Думаете, так это просто? Много же их тут собралось по нашему. Очень душе. Много, очень. Ну, раз мы еще живы, значит, недостаточно. Я хочу в эту колонну заехать. Вау. Вау. Вау, вау, вау. Помоха. Берите за курс. Нам нужно спешить. Давай. Куда тут ехать? Где? Как добраться до Сэма? Пока нет. Но дорога кончается. Знаю, ну, да. Знаю. Так, ребята. Что? О. Да. Держи руль. Держи руль. Держи. Поехали. О-о-о-о. Вот это круто, ребята. Блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребята, это круто. Вам это не передать. Бля. Ёлки-палки. Да. Что за шутки? Почему меня убили, а куда мне тут залезть нужно было? Ну это было круто вообще. Прямо мурашки похожи. Что за шутки? Сидеть, получается, в перестрелке участвовать. Вот. Получается так. Давай. Опа. Опа. На. На. Держи. Да чтоб тебя. Залазь быстрее, блядь.
перезаряжай. Не успели, друзья, перезарядить мы. Все очень сложно. Пошел. На. Теперь я буду, блядь. Вау, видали, друзья, как мы сделали? Вау. А ну пошли вон, блядь. А как валить? Давай. Пошел отсюда. Да, он, блядь, да. Мать вашу. Завалили меня. Блин. Он как-то каким-то образом прыгнул ко мне на машину, получается. Ладно. Не получается. Сейчас получится. Даже игра прогружается, получается. Сэм, держись там. Бей его, блядь. На. На. Скорее добраться до Сэма. Они все уже. Привет, брат. Добрались. Здорово, брат. Прыгай ко мне. Ладно. Ладно. Прыгай. Сэм, давай в машину. Живо. На байке быстрее. Они решили... Одновременно крикнули прыгать. Вот так вот. Вау. Пожар. Давай. Нужно выбраться. Ты выбирайся. Давай. Теперь он точно покойник. Зачем рисковать? Черт. Плохо дело. Да. Твою мать, он живой!
вижу там два мотоцикла. Давай. Давай, руку! На. Давай, братик, погнали. Вау. Вот, держи. Давай. Да я стрелять не умею, ты мне держи, говоришь. Видели, друзья? Обалдеть. Охренеть. Просто. Не то слово. Ага. На минчике. Или это Ява? Ява, Ява, да. Ява. 16-вольтовка. 6-вольтовка. Поехали отсюда. Давай. Все такие в недоумении, что здесь произошло. Короче. Вот. Прикольно. Мотель Коппа. Ну, вроде все тихо. Ага. Ну-ка. Продеус Куатлисенти. Ну, это совсем не сложно. За Бога и свободу. Это их девиз. И все отсылки к раю сразу было ясно. Я вижу, у вас все хорошо. Лучше, нормально. Чем хорошо. Мы нашли Либерталию. Либер чего-чего? Либерталия. Эвери основал легендарную пиратскую колонию. Ну, скорее даже пиратскую утопию. Так, ну а что сокровище? Короче, по легенде... Это была тихая гавань для сотен, а может и тысяч пиратов. И у них было все общее. Ресурсы, имущество. И деньги. И все ценное они хранили в общей казне. Хорошо. Ну, и где этот оплот пиратского коммунизма? Вот здесь. Где? На острове. Северо-восток от Кингсбэя. И у Рейфа есть копия. Ну, пока он разберется, что к чему, мы уже отыщем Либерталию. Говорю тебе, сокровище уже, считай, у нас... Ой, черт. Что там? Опа, это приехало. Как девушка. Твоя работа в Малайзии, Нейт? Девушка его. Ты слегка сбился с курса. Вот так вот. Елена, я... Это... Елена. Не то, что ты думаешь. Правда. Елена. Я вот тут думаю, что вы охотитесь за сокровищем Генри Эвери. Угу. И судя по тому, что тут повсюду солдаты, вы не единственные охотники. Ну да, в общем, это именно то, что ты думаешь. Но я все объясню. Правда, звучит как бред. Ну-ка. Ну, во-первых, это Сэм. Сэм Дрейк. Мой брат. Здрасте. Здрасте. Извини. Я думал, он погиб в панамской тюрьме. Но вот, как видишь, ошибался. Он просидел там целых 15 лет из-за меня. Тот, кто его вытащил, хочет много денег. Единственный шанс достать их – сокровище Эвери. Но хорошая новость. Мы его нашли. На острове, совсем рядом. Так, стоп. А вообще, была работа в Малайзии? Не было, говорю. Я...
Ясно. Стой, погоди. Елена, стой! Я не понимаю. Я хотел тебе сказать. Знаешь, хватит! Хотел, правда, но вот как? Да словами, через рот! Я словами хотел тебя защитить. Вот не надо, Нейт. Ты просто струсил сказать правду. Опять. Я же знал, как ты среагируешь. А ты бы как среагировал? Ты же врал мне. Так долго. Если б ты погиб, я бы даже об этом не узнала. И внезапно у тебя есть брат. А что, он не рассказывал до этого? Ты? Да ладно. Я — это я. Ну я же. Сейчас все по-другому. Господи. Я его спасаю. Плевать мне на это сокровище. Я видела, с каким лицом ты сюда зашел. Если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. У меня самолет. Поступай, как знаешь. Эй, что ты делаешь? Беги за ней. Мы не закончили. Так пора бы уже. Это как понять? Можно найти другой способ помочь Сэму. Например? Сделать ему документы на другое имя или спрятать где-нибудь. Он у меня провел есть люди. В тюрьме 15 лет. Не будет он прятаться. Так, ладно, бегом мириться с женой. Либерталию будем искать мы с Сэмом. Без меня. Да вас обоих мигом прихлопнут. Да ну. Сынок, я давно в этом бизнесе. Я знаю, что делаю. Хочешь быть полезным, Салливан? Иди присмотри за ней. Как прикажешь. А тебе помочь? Как-то? Не надо. Иди собирайся. Вот так вот. Да Дрейку нравится сама вот эта глава 12 моря. Ему нравится это, ему нравится приключение. Он болеет этим. Эй, Нейт! Да. Земля. Ну, что скажешь? Неплохо. Встань-ка за штурвал. Знаешь, со всей этой беготней на грани жизни и смерти мы как-то забываем остановиться и оценить красоту момента. А? Сик Парвис Магна? Сик Парвис Магна. Да. Это было что, интеграция пива в игре? Слушай, братишка. Рекламная интеграция. Она тебя простит. Точно простит. Мы же вернемся с таким сокровищем. Брат Нейтана Дрейка похож на Джокера. На нового. Просто это будет далеко не в первый раз. Ой, какое красивое море. Какое красивое море. Ха. Я ожидал чего-то побольше. Угу. Да, но мы точно в нужном месте. Теперь надо найти, где причалить. Ну, тут, походу, сейчас надо мне к островам подъезжать, да? И ползать по ним. Очень красиво, друзья. Очень. Ага, ну блядь. Я... Доски, тут ведь настоящие. Остров, так? Тут хотя бы остров. Ищи то, что сделали люди. А, то есть пираты. Ну да.
Может, Либерталия — это просто маленькая хижина на берегу. Ага, домик на дереве. А может, Эвери затеял вокруг себя шумиху, а денег ему хватило только на строительство Либерталии? Да. Эй, а вдруг там и правда денег нет? Тогда нам обоим нужно где-то спрятаться. Я думаю, сюда. Знаешь, нам. Вообще-то, если подумать, пират Эвери знал, как надо жить. Ну, я могу сюда, но мне кажется, нам туда он нужно. Вон, видите, купол какой-то. Давай я тут сейчас вылезу пока. Просто здесь, наверное, что-то будет интересное. Сокровища какие-то. Давай. Хоть в море поплаваем. Давай посмотрим здесь. Неплохая мысль. Давай посмотрим, что тут здесь у нас. Интересно. Вон какая-то он, пещера. Припасы от прошлой экспедиции. Угу. Ладно. О, что-то можно почитать. Что-то можно. Бёрнс. Читать. 17 января 1808 года. Год назад я сидел в грязной камере в панамской тюрьме, сжимая в руках деревянное распятие с секретом. Сегодня я стою на берегу одного из самых островов забытого архипелага посреди Индийского океана, на шаг ближе к цели, которой по жестокой несправедливости не достиг мой дед Бёрнс. Капитан Дарби и его команда уже было засомневались во мне. То старшина угодил в смертельную ловушку в Шотландии, никому не подарил уверенности, да и долгие недели поисков в горах вокруг Кингбейса тоже. Но благодаря мастерству нашего лоцмана Добра мы все же нашли это таинственное место, после чего настроение у всех пошло на лад. Хотя двое из команды слеглись корабельной лихорадкой, и нам пришлось их изолировать, остальные уже заняты обустройством лагеря и подготовкой к исследованию островов. А я получил, наконец, время для размышлений. Задумался о Клэр, любуясь красотой этих затерянных в океане островов. Я почти сожалею о том, что ее нет рядом, что она не видит этого великолепия, что я уговорил ее остаться. Но вскоре мы встретимся вновь, и я уверен, что лучше ее послушать мой рассказ об этом путешествии, чем переживать все со мной. Сегодня мы отдыхаем. Если удачи провидения будут болить нам, уже через месяц мы с сокровищем Эвери будем на пути домой к славе. Здесь, друзья, очень много кто пытался найти эти сокровища, видите, экспедиции. Кто-то вот когда-то давно уже на кораблях, вот во времена пиратов приезжал сюда. Но я так понимаю, или одно из двух, или вот мне так кажется по сюжету, или эти сокровища все же кто-то нашел, вывез, или просто их, наверное, не существует. Ну, мне так почему-то кажется. Понимаете? Обалдеть, Сэм. Это писал внук Бёрнса. Ну, логично. Крест в Панаме был пустым. Наверняка он шел по тому же следу, что и мы. Как красиво, да? Обалдеть. Следы остаются. В песке. Ну что, погнали? Да, уходим. Ладно, братец, вперед. Так, право руля, блядь. Нейт, вон там. Я вижу. Ну, это определенно сделал человек. А-а. Точнее, пират. Ха-ха, пират. Точнее, пират. Там еще... Надо той башни. Да. Да, сейчас, ну я пойду сюда. Вон какая-то дрень там, вон вижу я. Здесь много... Ладно, не буду я собирать эти сокровища уже. Блять, пизду. Угу, тут ни хрена.
какие-то джунгли, сейчас, мне кажется, потом перестрелки будут тут. Все на свете. Давай сходим здесь. Потому что здесь по-любому эти уже приехали. Или приедут вот-вот. Вон еще башню. Видите, друзья? Вон я вижу башню. По крайней мере. Там башня есть. Там вон какое-то отверстие. Видите, в скале вон, по прямой. Так. Вот. Так что тут, короче, здесь надолго мы, наверное, мне так кажется. Зависли. Похоже, дозорная башня. Может, ну, да. Оттуда что-нибудь увидим. Давай станем. Я уже, в принципе, то, что нужно было, я увидел уже. Давай, залазь. Окей. Давай наверх. Так. Ёптель моксель. Слезь. Не сюда. Залазь. Вот нам сюда нужно. Это хорошо, что они еще так прыгать умеют, понимаете? На самом деле человек, я бы туда не забрался, повалился бы там, блядь. Мне еще выше, походу, надо. Сэм, сюда. Что у нас? О, какая-то ерунда еще. Вроде это оно. Какой-то символ. Какой-то символ. Но. Какой-то символ. Стрелка компаса. Ого! Как ты догадался? Ну как, основной принцип. Жми на все. Видишь? Внизу тот же символ. Ну да. Стрелка другая. Посмотрим, куда указывает. А, эти стрелки указывают куда-то, куда нам нужно идти, получается. И куда она указывает? Лодка прямо под нами. Ага. А, не, сюда нельзя, наверное. Поехали. Вот туда указывает нам надо. Говорю, сейчас по этим островам еще будем шлендать неизвестно сколько. Вон туда нам нужно. Хорошо. Бля. Давай, залазь. Так, окей. Посмотрим, куда ведут эти стрелки. Эта стрелка ведет сюда вот. Смотри, вон еще стрелка. Стой. Так, показано куда. Вот сюда показывает ехать. Ага, еще одна стрелка. Вон туда показывает, да?
стрелка показывает нам туда. Пиздец. Где еще стрелки? Будем плавать, блядь, искать эти стрелки. Я сбился с пути, блядь, уже. Да вон туда 100% нужно идти. Так я вылезу просто. Вот. Ради интереса. Вот. Стрелки это хуйня все. Надо осмотреться. Ты со мной? Ну, конечно. Вон, видите? Лезь, на пальму давай. Наверху что-то вроде блочного подъемника. Только как забраться? Вон. Дай, блядь. Не вижу, как туда забраться. Идем дальше. Значит, пока сюда не надо забираться. Ой, надо все равно туда ехать по стрелкам, получается. Все, мы отрываем. А как он? А как да, он? Сейчас. Сейчас подсказку используем, нахуй. Следуйте за каменным стрелком. Да я за ним следовал, вот в чем дело. Я за ними же следовал. Понимаете? Вижу еще одну стрелку. А, вот здесь стрелка. А эту стрелку я не видел. Куда она показывает? Стой. Вон туда. Эй, смотри, дельфин. Ты раньше-то видел дельфина, а? Да, видел, но очень-очень... А чё мне маячок показывает? Они не изменились. Стрелка, получается, показывает... Ну, так я же тут. Вот. Она мне показывает, получается. Плыть сюда. Следующая стрелка показывает сюда. Почему-то она хочет, чтобы я развернулся. Давай. Потому что я пока тут стрелок не... А, вон, наверное, стрелка. Вот как тут все запутано, понимаешь? Стрелка куда? Стрелка имеет в виду, чтобы я сюда завернул? Потом опять по этим стрелкам ползаю. Походу, да. Куда-то, блядь, сюда. Здесь. Вот стрелка мне показывает сюда. Приплыли. Красиво, да?
Вообще, хорошо, вообще. Что это место никто не нашел. Сюда бы туристы понаехали. Да. Понимаешь, друзья, еще раз повторюсь, тот случай, когда сюжет огонь. Сюжет достойный фильма какого-нибудь приключенческого, да? Графика в игре красивая, все красивое. Только вот перестрелки мне не нравятся. Угу. Я сюда не запрыгну просто на все. Я сюда не запрыгну. Нет, туда я не допрыгну. Ну. А то я смогу сюда запрыгнуть, походу. Вот на этот камень, не? А нырять как тут нырять? Давай выныривай, блядь. Слушай, а если мы сделаем, смотри как. Если я подгоню свой корабль сюда сейчас, ну лодку. А? Что вы думаете? Блядь. Хуй так. Ну, мне кажется, вот знаете, вот сюда вот можно будет. Ну, давай вот сюда залезем. Можем сюда мы залезть? Вот так. Да. Ну вот, потому что здесь понятно, что сюда, наверное, можно было залезть. Ну круто же. Что, лезть по скале? Да, лезть по скале на огромном пиратском острове. Ну скажи. Ну да. Круто, очень круто. Вообще. Круто, очень круто, блядь. Мне уже надоело прыгать здесь, блядь. Как Марио, блядь. Ну только что видел. Это специально сделано. Специально сделано, что я буду поворачивать камеру. Насколько, блядь, смотрите, что вот эти вот виды вот красивые. Смотрите, оба. Видите, как красиво. Это. Здесь такое внимание к деталям. Это просто я. Мое почтение. Они все знали, как я буду ворочать камеру. Понимаешь? О. Тихо, тихо, тихо. Так. Давай, цепляйся нахуй. О! Так, мы снова в деле. Конечно, блядь. Теперь главное не разбиться нахуй. Тихо. Не бзди. Ну вот, друзья, вот сюда мы залезли как-то. Лодку мы там бросили свою. О! Какой-то храм. Какой-то храм там, короче, у нас. Эвери нравилось действовать большим размахом. Ну, деньги же были. Так чего стесняться-то? Пойдем-ка, посмотрим. Пойдем. А если я сюда схожу? А, можно сюда было залезть. Пока тут пыхтит, трыхтит. Очень красиво, блять, вообще. Смотри, тут завалено, да? Получается. Вход завален обломками. Опять. Ну я уже увидел. Строители не заложили в расчеты много веков эрозии породы. Точно. Наверное. Ищем обходной путь. Ну я нашел уже. Эй, Сэм, давай, помоги мне. Ага. Угу. Давай, откроем. Uh-huh.
залезай. Спасибо. Да ладно. Фух, что-то много мы таскаем тяжестей и ползаем по земле. Вот она, охота за сокровищами. Давай. О. Блять, туда залезь, сюда залезь, нахуй. Ага, туда он можно идти. А тут что? Просто вот интересно мне. Дай-ка сюда спущусь, подожди. Мне вот интересно очень. А как сюда, блядь, залезть? Тут можно будет туда, вон, как-то, видите? По тросу по этому спуститься. Ладно, бог с ним. Я, короче, я пошел просто исследовать и пошел куда-то не туда совсем. Эх! Хотел запрыгнуть, ладно, нахуй. Мне не сюда нужно, сейчас ясно. Сейчас мы залезем. Отойдись. Станет постоянно, блядь, и стоит. Не пройти, ничего не дают. Полезли. Так, так. Давай, пойдем сюда. Как думаешь, что здесь было? Своды напоминают собор святого Дисмоса, но не знаю. Как они это построили? Я сам не понимаю. Как они, блядь, это построили? Я даже теперь не понимаю, куда теперь лезть мне. О, там веревочный мост. Где? И правда. Давай, подсади-ка меня. Давай. Посмотри, что там есть. Ладно. Ну, тут есть тропа, но непонятно, как забраться наверх. Погоди. Ты же пизданить возьми оттуда. Ну. Ты живой? Я хотя бы перебрался. Так. Теперь надо с тобой как-то решить. Подожди. Побежал зачем-то он. Сэм, ну что там? Ну пока ты с Сэм там бегаешь, Сэм, давай-ка. Эй, ты там? Приехали. Ну нормально все, тоже не бези, блядь. Ну, что мы имеем? Я разрушил свой брак, поссорился с лучшим другом, на хвосте два психа с целой армией. А теперь и брат мой пропал. Хорошо, хоть я один. И некому сказать мне, какой я придурок. Прыгай. А, стой, подожди. Ребята. Я могу вон туда сейчас пойти, ну и дальше. Но я хочу вон туда. Вон, по-моему, вон, видите, вон уступчик этот. На него можно будет запрыгнуть. Вот. Я смогу попасть туда, куда я хотел. Ага, херушки тут. Я не смогу туда прийти. Так, Сэм, где ты? Ладно, поехали туда. Давай сходим сюда вот. Посмотрим, что тут у нас. Включай фонарик свой. А, тут сокровище у нас нормально. Какой-то слоник. Так, прыгаем. Так, давай сюда. Раскатывайся. Прыгаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты уже наверху? Ты где был? Искал способ тебя поднять. Ага, спасибо. Ладно, прыгай сюда.
прыгнул. Спасибо. Все нормально? Лучше некуда. Идем дальше. Ладно. А этот ящик можно таскать. Так, посмотрим, что тут. Этот ящик можно таскать, он не просто так его приволок. Да, я пытался там пройти, но не нашел как. Говорю, тут в этой игре ничего лишнего нету. И что-то для чего-то. Это надо куда-то ящик подтащить, где-то какое-то сокровище можно будет найти. Какая искусная работа. Слева свалю, блядь. Он нам ни к чему. Ты уже здесь. Идем дальше. А, или это просто для того, если бы я не нашел бы путь этот, наверное, он бы мне просто скинул бы этот ящик. Понимаете? Вот. Я бы его подставил бы сюда и залез. Наверное, так. Вау, как красиво, блядь. О. Зачем это? Классный вид. Ты меня не слышал? Когда? Тогда. Я тебя звал. Я не слышал. А что, ты волновался? Да, ты же весь в своих мыслях. Ах, это я в своих мыслях? Ты на что намекаешь? Ни на что. Идем? Да, идем. Нырнул бы кто-нибудь из вас, а? Пишите А, нет, не на скалы. Ну, куда-нибудь мимо скалы. Он тут... Короче, куда-нибудь туда, вон, в воду, в эту. Обалдеть просто. Ага. Нам походу туда надо, вниз. Погнали. Нормально. Нормально там. Все плохо, тут тупик. Вот черт. Ну тогда возвращайся. Что? В смысле возвращайся? Не может быть. Вот туда он можно как-то залезть. Нахуй тут. Блять. Вот туда он можно вот залезть. Ладно. Подожди, мы тут остановились, да? Мы сейчас висим. Там я был, до туда я не дотянусь, но я смогу до сюда дотянуться. Вот, тут видим? Есть тропа! Супер, сейчас приду. Вот. Вау! Есть. Так. Тут сюда, наверное. Иди. Так, ну вот, да, мы обошли. Помните, я говорил, что здесь куда-то можно попасть? А я хочу туда сходить. Понимаете? Тут понятно, что нужно...